Повелитель молнии или совсем другой босс Рогвальд в этом видео. Погнали! Зловещая цитадель. Другим Рогвальд стал совсем недавно, но такого ты еще точно не видел. Ты всегда можешь поддержать меня на стриме, либо через Boosty. Ну и за твою поддержку я приготовил пару небольших бонусов. Первый уровень – базовый. Второй уровень – эксклюзивная подписка. Ну и максимальная подписка. Реквизиты, по которым можно меня поддержать, указаны в описании ролика. А также ссылки на ВК Play и Boosty. Какого такого? Повелителя молнии! Ёлы-палы. Давай зафиксируем. Шлем. А теперь ловим молнии и смотрим, ломается ли шлем при ударе. Не, мне кажется, ему вообще пофигу. То есть, мы не просто игнорируем молнию, мы еще и лечим ХП. Да как такое возможно? Да сам в шоке. Безымянный бог. И два скилла. Потусторонний. 50% шанс не получить урона от молнии и полечиться на 50 здоровья. Но вот если будет и второй скилл, тогда 100% и полный игнор от молнии. Мне кажется, это вообще жесть. Это просто безумие какое-то. То есть в момент батла, да, нам с тобой надо не уворачиваться от молнии, а искать ее. Потому что это просто огонь. Ну и да, Рогвальд стал другим уже давно. Вместо обычных скелетов теперь тут воители. И чё? Насколько это облегчает нам с тобой прохождение Рогвальда? Слушай, я даже не знаю, что это сказать. Но это круто, да. Но имей в виду, они все так же ломают броню и очень быстро. Хил от молнии это круто, но мешкать тут нельзя, надо шевелиться, да? Очень быстро ломают броню. Так, полечились, идем дальше. Ну и постепенно, постепенно, да? Паровозик не собирай, а то отлетишь нафиг. Капец, блин, вообще. Да, скелетики это отдельная тема. Скелеты стали реально какие-то неадекватные. Ну, они не совсем стали. У нас раньше этих скелетов просто не существовало. Скелет-воитель. С алебардами, с эспадонами. В общем, крутые парни. Так, ну чё, в принципе, готово. Как же это круто было. Ха-ха, блин. Это максимально удобно. Она же еще и раньше броню ломала, эта молния. Не просто так. Так, ну чё, поехали. Ёп. Негодяй. Я действую по старинке, нахожу эту стратегию очень даже крутой. Так, мужчина, ёб, ты где? Что ж так долго-то? Я заждался уже, друг. Бамс, класс, да? Заморозку словил, молния меня полечила. Слушай, полтинник все-таки, да, лечит? 100% состакалось. Но при этом 50. Хил идет на полтинник. Оп.
Блин, ну это очень круто. Я не специально, так происходит в процессе боя. Оп, блин, полечился. Вот сейчас меня молнии просто одолели бы, реально. И да, Рогвальд любит огонь. С последними обновлениями прям вообще хорошо любит огонь. Так, сюда. Под молнию. Ловим, ловим молнию. Для нас это важно. Повторюсь, не злоупотребляй. То есть его надо как можно быстрее побеждать, чтобы он ломал тебе меньше брони. Хочу поделиться своими впечатлениями. Ёб, какой же он простой при таких раскладах. Прям вообще. Слушай, ну я его прям легко убил, ты понимаешь что? То есть вот при этих скиллах прям изи килл получается. Ну конечно, в нормальном шмоте, но если хочешь, можно что-нибудь послабее одевать. И это еще плюс очки безымянному богу. Траппер. Противники в капкане получают на 10% урона больше. Неплохой лут. Эдикт о создании ордена. Блин, не знаю, зачем он нужен, если ты уже создал орден. Но пускай будет. Друзья, ну а с вами был Харди. Да. Что есть, то есть. Безымянный бог набирает очков. Вампиризм. И вот этот вот килл Рогвальда, это прям, слушай, очень круто. Как и удар со стелса, да? Ночью на 100% больше. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, не забудь оценить лайком. Ты еще не со мной? А почему? Как выходили видосы каждый день, так и продолжают выходить. На Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. А еще почти каждый день проходят стримы на площадках ВК Плей и Ютуб. Ну и конечно не забывай про наш Телеграм-канал. Скилл просто фантастика. Благодаря ему Рогвальд убивается. Ну очень легко. Удачи тебе в поединках против Рогвальда и других боссов. Пока-пока.